Поволжье, в частности Ульяновский регион, необычайно богат ископаемыми остатками ихтиозавров, морских ящеров с рыбообразным телом. Они населяли моря и океаны нашей планеты 120 миллионов лет назад. В настоящее время ученые находят и весьма неожиданные формы ихтиозавров, например, с четырьмя ноздрями. Останки головы ихтиозавра были найдены еще весной 2011 года на территории Сенгилеевского палеонтологического заказника. Однако отпрепарировать экспонат удалось лишь после того, как в Краеведческом музее появилась своя палеонтологическая лаборатория. Тогда-то и выяснилось, что у поволжского ящера было сразу четыре ноздри. Череп необычный, он имеет две ноздри с каждой стороны. Вот. И, собственно, это очень интересный признак, который позволяет ученым предполагать, что у ихтиозавров, как и у плезиозавров, была проточная система. То есть он вдыхал воду, так скажем, через рот, значит, вода проходила через носовые пазухи и выходила через внешние носовые отверстия. Таким образом, он пропускал ее через чувствительные эпители и мог обонять воду. Анализ черепа позволил сделать несколько выводов. Ихтиозавр был не крупным, около 1,5 метра в длину, но уже взрослым. Для такого вида ящеров длина сравнительно небольшая. На территории области обитали ихтиозавры длиной более 6 метров. Всего в мире найдено 3 черепа с 4 ноздрями. 1 в Колумбии и 2 в Ульяновской области. В дальнейшем исследования находки продолжатся российскими и бельгийскими учеными совместно. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.